Правильно. Скажите, пожалуйста, что вы порекомендуете женщинам в возрасте за 70 при опущении стенок влагалища и шейки матки, если оперативное лечение невозможно, вагинальные писарии? Я порекомендую женщинам. Вагинальные писарии, если оперативное лечение невозможно. И на сегодняшний день вагинальные писарии можно рассматривать в нескольких апостасях. А. Вместо операции, то есть как альтернатива хирургическому вмешательству. Б. С целью подготовки к оперативному лечению, то есть, скажем так, подготовки и пациентки в связи с соматической патологией. А еще я называю подготовки головы. Потому что пациентка должна дозреть до пластической хирургии. Я абсолютно уверен, что пациентка должна настаивать на хирургическом лечении по поводу генитального пролапса. И доктор не должен затаскивать пациентку на операционный стол. Она должна настаивать. И если вы для себя примете такую идеологию поведения с пациентами, о том, что, потому что эти операции, как правило, это не болезнь, да, но глобально. Это нарушение качества жизни. И поэтому, если у вас будут осложнения, к сожалению, они у нас у всех бывают, то пациентка, которая настаивала на хирургии, она совершенно по-другому отнесется к реализации осложнений, которых вы, безусловно, обязаны в информированном согласии ее предупредить. Поэтому пациентки, которые ложатся на стол по поводу недержания мочи, три восклицательных знака. Хирургического лечения генитального пролапса, три восклицательных знака с использованием сетчатых протезов должны настаивать на хирургическом вмешательстве. Я в этом уверен.